Всем привет, дорогие друзья! С вами Йод, а это клуб настольных игр «Мир в коробке». Сегодня у нас распаковка дополнения к настольной игре «Стальная арена». «Стальная арена» Байроботов и Пякетцев, набор улучшений. Этот набор я нашел забитым в углу, продающийся с бешеной скидкой. Там я его взял буквально за $5 или за $6, да? Вот, пакетик порван в 10 местах. Я только на Gaga Games нашел информацию о нем и смог создать карточку на T-серии. Ну что, давайте же заглянем в этот волшебный чудо-пакет, про который никто ничего не знает. Как видите, пакет здесь надорван, здесь надорван, здесь надорван. По составу, друзья, состав у нас такой, в чем не кислый состав для такого пакетика, да? По-прежнему 24 игрока. В принципе, сильно показывать нечего, надо просто брать и резать. Все. И у нас здесь 1, 2, 3, 4 и еще роботы. Вскрываем. Что-то пошло не так. Почему? Я скажу вам, друзья. А потому что вот этого робота я уже видел где-то. Вот у меня здесь есть база под рукой. Все в один день, благо, вскрываем. Сейчас мы посмотрим. Вот у нас есть вот этот из допа. А вот база. Чем они отличаются? Я так не вижу. Внизу CD, обратная сторона. Пока не понимаю. Окей. Ну, походу, это такие же роботы, как и в базе, если честно, друзья. Что вот роботы из базы. Набор улучшений. Чем же оно улучшается, интересно? Давайте же мы с вами посмотрим. Если что, пишите, ей-богу, пишите в комментариях. Хотя я не вижу, чтобы что-то сильно изменилось. Непонятно. Непонятно. Ладно. Может, подделка какая-то была, друзья? Непонятно. 4 планшета. А давайте-ка мы сейчас сравним. Вот это вот состав оригинальной игры. 76. И здесь 76. 4 планшета и так далее. По сути дела, это та же самая базовая игра, что ли. Только на минималках. Ей-богу, друзья. Без дополнительных жетонов, без подсказок, без правил. То есть это типа набор улучшений, который является расширением. Игра на набор улучшений, производитель, поставщик. Не самостоятельная игра. Написано «не самостоятельная игра». Друзья, пишите в комментариях, обязательно пишите в комментариях, что вы знаете про этот набор улучшений. А мы пока смотрим тайлики. Потому что что-то здесь не так. Одинаковые роботы и некоторые вот повторяются. База не помню, повторяется или нет. Но, в принципе, зато теперь можно расширить игру до 8 человек и устроить массовое рубилово. Давайте так. Будем оптимистами. Ну, интересно, вот сегодня приду, буду еще искать информацию, для чего этот набор улучшений. Ух ты. Потому что пока что кажется, что это база на минималках. И информации на самой упаковке никакой сильно нету. Вот в чем вся беда.
Какая-то странная распаковка. Ну что ж, друзья, вот мы провели очень странную распаковку. Стальная арена бои-роботов по пятницам. Набор улучшений, где мы нашли 4 роботов, которые такие же, как и в базе. Вот они, роботы из базы. А вот они, роботы из допа. Такое же количество жетонов, как и в базе, и часть из них похожи, те, которые мы сходу нашли. Но, тем не менее, что-то здесь не то. Пишите в комментариях, что вы можете сказать по этому поводу. Gaga Games, отзовись. Может, это просто была подделка там или еще что-то хреново. Может, это расширение, это набор не улучшений, а расширение там, до 8 человек. Но здесь написано, что оно от 2 до 4 по-прежнему. Ладно, друзья, теперь вы можете подписаться на нас на ютубчике, поставить большой палец, также есть ВКонтакте, в Фейсбуке, в Телеграме, в Инстаграме, на 2 международных сайтах, TCR и BGG, везде мы клуб «Мир коробки» или просто «Мир коробки», потому что каждая игра — это огромный мир в маленькой коробке. Всем пока, друзья!